В Госдуму внесен законопроект о борьбе с договорными матчами, сообщает сегодня РИА Новости. Спортивной федерации предлагается обязать, во-первых, отстранять лиц, подозреваемых или обвиняемых во влиянии на результаты состязаний, а во-вторых, ввести запрет на участие спортсменов и тренеров, судей и руководителей команд различного уровня в играх на тотализаторе и букмекерских конторах. Санкции также затронуты и сами федерации, если они не выполнят свои обязанности по предотвращению противоправных влияний на результаты. Организации будут исключаться из реестра аккредитованных спортивных организаций, но только если закон будет принят.